Парни, девчонки, всем привет! Сегодня 25 февраля 2017 года, субботний день. Всех поздравляю с прошедшим 23 февраля. Счастья, здоровья, ну самое главное здоровье. Но суть не в этом. Сегодня мы посвятим наш видеовыпуск Toyota, а именно скидкам на их модельный ряд. У меня, конечно же, уже есть вся информация. В течение недели я их всех обзвонил. По Москве их всего лишь 16 официальных дилеров, что было, в принципе, недолго и несложно. Цены у меня есть, но, как вы знаете, всегда когда звонишь, приезжайте, в салоне непосредственно предложение будет всегда лучше. Чем мы сегодня с вами и займемся? Съездим к одному официальному дилеру, потом к другому, ну и что-то уже, знаете, сопоставим некие факты, подведем итоги. Сейчас же мы отправляемся в Toyota Каширский, пойдемте вместе с нами. Друзья, ну и прежде чем отправиться в автосалон, мы, естественно, снимаем микрофон, убираем наш стабилизатор. Сами прекрасно понимаете, в салонах никто не любит видеокамеры. Будем снимать все потихонечку, поэтому за тряску, за неприятный звук, шум приношу извинения. Значит, мы уже находимся на территории японцев, в их штабе, непосредственно в одном из кораблей сидим. Новая Corolla. Вот цена такого автомобиля 1 100 000 рублей. Максимальная комплектация стоит 1 361 000 плюс, сразу сюда плюсуем 25 тысяч за покраску. Так как красочное покрытие будет перламутровое. А так, что вы получаете за 1 100 000? Здесь есть уже подогрев руля. Руль сам идет с кожаной оплеткой. Коробка у нас идет либо механическая, либо вот вариатор. Смотрите, прямой уже идет. Раз. Ну, ручник механический, понятно. Режим спорт есть. Раз. Открываем. Здесь у нас подогревы будут. Мультимедиа тоже идет. Ну, кондиционер просто обычный. Я считаю, то, что это, в принципе, нормально. Как климат-контроль, да, удобный, но кондер тоже пойдет. Вот. Ну и мультимедиа стоит в автомобиле. Все. То есть больше здесь чем-то удивить, ну, подочечник, само собой разумеется. Друзья, вышли из салона. Менеджеров очень много, народу в принципе достаточно. Все ходят, что-то кишат, садишься в машины, тот тут же сзади уже подсаживается, проходят, посматривают, подслушивают, так сказать. Давайте подведем краткий итог по ценам конкретно на Toyota Corolla. Значит, смотрите, цены начинаются от 1 миллиона рублей. Сразу называют цену с учетом того, что плюсуют 25 тысяч рублей за покраску. И доходят до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Ну, я округляю, там 1 390 000 рублей. Соответственно, рассматриваем мы комплектацию от комфорт, потому что комплектация ниже, там по сути даже музыки не будет, то есть она вообще голая, садишься, коробка механика, музыки заглушки одни идут. С максимальной комплектацией престиж, который стоит 1 385 000 рублей, вы можете сторговать примерно 185 000 рублей. Вот, идем дальше. А дальше у нас Toyota Camry, конечно же, бестселлер, самая лучшая по продажам. Конкретно в данном салоне, вот Toyota Каширский, у них была в наличии 16 года Elegance Plus. Elegance Plus — это как раз та машина, которая у нас была на тесте, как на тесте, про которую я рассказывал, так называемые все минусы Toyota Camry. Кто не смотрел, ссылочка будет в описании, посмотрите, там весело. Вот, по прайсу автомобиль идет 1 700 000 рублей, подчеркиваю, с покраской. Они его готовы отдать за 1 500 000 рублей. Более того, она говорит, это не конечная цена. Если мы определяемся с автомобилем, то я готов идти к своему руководителю, и, возможно, он еще что-то сделает. То есть, я думаю, покружить, повыпрашивать, ну, как минимум, еще какие-нибудь подарочки в виде доп. Оборудования выпросить можно будет. Но я ее запрашивал непосредственно эксклюзив, престиж, люкс. Таких комплектаций здесь нету, без доп. Оборудования. То есть все, что есть, там по 100, по 150 тысяч навешано дополнительно. Поэтому мы отправляемся дальше, посмотрим, что нам предоставят другие автосалоны. Друзья, пока мы передвигаемся из одного дилера к другому, я хочу с вами поделиться вот таким наблюдением. Смотрите, что я из дома прозванивал всех официальных дилеров, и мне называли, в принципе, всегда одни и те же условия, а именно, вот вам скидка, допустим, это условно 150 тысяч, но приезжайте к нам в салон, и мы обязательно сделаем что-то более интересное. Приезжаю в салон, вот сегодня суббота, вот вам скидка, если она вас, как бы автомобиль вас устраивает, автомобиль, комплектация, тогда я отправлюсь к своему менеджеру старшему, то есть, условно, к папе. И папа сможет сделать что-то более интересное, что-то более выгодное. Поэтому я лично не вижу никакого смысла вот так вот кататься по дилерам. Вы представляете, их 16 человек по Москве. Ну, как минимум, 5-7 дилеров вам объехать придется. А зачем это делать? Зачем кататься вот сейчас из одного к другому, когда можно? Если ты знаешь, какую машину ты хочешь, какую ты хочешь комплектацию, позвонить и каждому менеджеру сказать: друг, я определился, я четко знаю, что я хочу. Иди к своему менеджеру, иди к своему директору, иди к своему папе и спрашивай у него конечную финальную цену. Вот
точно так я сделал вот именно с этим автомобилем. Вот с этой замечательной Mazda 6. Я же не выходил, я же никому не ездил. Я обзвонил всех по такому принципу и приехал покупать уже машину целенаправленно. Уже все с деньгами, зная, где мне вот дают самое лучшее предложение. И нигде я не катался. Просто у некоторых бытует мнение то, что нужно приехать в салон, а еще лучше с деньгами. Сказать то, что вот деньги, поэтому давай, я горячий клиент, иди там договаривайся. Возможно, такое бывает. Как показывает практика, лично на моем опыте, можно все это делать, не выходя из дома. Тем временем мы приехали к следующему официальному дилеру, расположенному на проспекте Андропова, дом 10. Отправляемся к ним, посмотрим, что предложат нам они. Пойдемте. Значит, сейчас мы находимся в Ванкрузере 200. Многие тоже просят такие, вот, крузак 200, сколько с него можешь скинуть. Но смотрите, вам реальная история. Автомобиль, в который в комплектации идет по цене 5 200 000, сегодня готовы продать со скидкой в 600 тысяч. Вот серьезно, вот сейчас прям говорю, 600 тысяч, пожалуйста, машину забирайте. Есть комплектации, которые по цене 4 650 000 и готовы отдать по цене примерно ну, на 400-450 тысяч рублей дешевле. Вот. Но подчеркиваю, автомобиль стоит вот этот конкрет, в котором мы сидим, 5 600 стоит. Вот покажи чуть-чуть просто центральную панель. Здесь как бы есть все, понятное дело, все он весь прошитый, весь кожаный, перфорированный. Ну, машина фарширована по полной программе. Ну и ценник у этой машины не слабенький. Итак, друзья, давайте подводить итоги. Остановились мы с вами на Toyota Camry. Elegance Plus нам предлагает со скидкой порядка 180 тысяч рублей. Эксклюзив предлагает со скидкой порядка 200 тысяч рублей. Престиж, та же самая история, 200 тысяч рублей. И люкс нам предлагает со скидкой порядка 250 тысяч рублей. Идем дальше. RAV4. Я также рассматривал предмаксимальные и максимальные комплектации, а именно престиж, эксклюзив. Значит, автомобили примерно готовы отдать с теми же самыми скидками 150-200 тысяч рублей. Toyota Land Cruiser Prado. Здесь вообще такая, знаете, интересная история, потому что автомобили в первых двух комплектациях, там, классик и стандарт, это очень интересно, потому что первая начинается практически чуть меньше 2 миллионов рублей, вторая там на 250 тысяч дороже. Но это оба пустых автомобиля абсолютно. Пообщавшись с менеджером, я прихожу к такому выводу, то, что их, в принципе, покупают первое на переделку. То есть взяли машину и давай там что-то из нее делать, знаете, готовить ее на бездорожье, раз. Второе, это, например, там какие-то заядлые охотники, рыбаки. Например, взял с точки зрения того, чтобы вот ездить на дачу, то есть в городе кататься нет. То есть вот какие-то такие такого рода передвижения. Ну, это понятное дело, потому что машина действительно пустая, в ней ничего нет. То есть просто ручка, кузов, да и все, пластиковый руль даже будет. Более-менее нормальная комплектация, чтобы ты именно в городе мог кататься, начинается уже с 3 миллионов рублей. А именно вот хорошая комплектация, как вот я вижу, это престиж. Она стоит прайс вот сам порядка 3 миллиона 410, там 435 тысяч рублей в этом диапазоне. На нее скидку реально на 16-й год можно выбить порядка 200 тысяч рублей. Но все менеджеры говорят одно и то же. Зачем сейчас покупать 16-й год, когда уже буквально через пару недель придет 17-го года машина. На них будут также спецпредложения и там также можно будет выбить, ну не 200 тысяч, а прям 180. То есть чувствуете, да, разница будет небольшая, но машина уже новая, уже там нынешнего модельного года. Если говорить про Toyota Highlander, то здесь история, в принципе, такая же самая, как и с Prado. Порядка 200-250 тысяч вы сторговать можете. На ней останавливаться особо я не буду. Машина стоит в хорошей комплектации 3800. И топовая версия Land Cruiser 200. Смотрите, базовая версия начинается с 4200. Но она, опять же, 4200, а машина, по сути, будет пустой. Многих фишек, таких приятных, комфортных, в машине не будет, а цена 4200. Что вы можете с базовой версии сторговать? Ну, порядка 200 тысяч также. Вот за 4 миллиона машину можно из салона будет выкатить. Хорошие версии, как я уже сказал, в салоне 5600, 5400 стоит. Вот с них можно сторговать примерно 400-600 тысяч рублей в этом диапазоне. Друзья, мы едем дальше. Но уже не в салон, уже едем дальше по своим делам. Я подвожу некий такой вывод. Никому не нужно кататься по салону абсолютно, вот честно говорю, с целью там найти наиболее лучшее предложение. Все это можно делать, не выходя из дома, звонить по телефону. Таким образом, мы с вами видим то, что у японцев уже скидочки есть в районе 100-250 тысяч рублей. Это уже все зависит от каждого из вас. Отправляйтесь в салоны, выбивайте скидки. А вас прошу к этому видео в комментариях писать, какого еще нам обойти дилера, какого производителя нам еще трясануть. Ну, я думаю, это, наверное, надо быть какой-то Hyundai, либо Skoda. Не знаю, пишите сами в комментариях. То есть все видео, которые мы делаем, основаны полностью на ваших пожеланиях.
Друзья, еще хочу что добавить. Интересный факт. Вот вы многие знаете, да, то, что Camry, допустим, на вторичном рынке в цене особо не теряет, она хорошо держится. Вот смотрите, автомобиль 2016 года в комплектации Prestige у нас стоит 1 800 000 рублей. Уже называют цену с покраской. На вторичном рынке, вот я открываю Автору, покажу чуть поближе. Вот они начинаются, ну вот, допустим, Prestige комплектация, да? Прям даже вот продавец пишет Prestige. Он за нее просит 1,5 миллиона рублей. Пробег 25 тысяч километров у машины. Мы этот автомобиль новый в салоне можем купить со скидкой в 200 тысяч рублей. То есть за 1 600 000 рублей. Если поднажать, я думаю, ну еще двадцаточку можно будет выжить там, да, 1 580 000. Вот вопрос у меня один, логический. Оно того стоит? Покупать на вторичном рынке машину на 100 тысяч дешевле? Если можно эту соточку добавить, да, даже вот пусть подзанять ее как-то, пойти купить машину новую. То есть вот именно вот эту логику, вот эту математику, как это люди считают. Покупают машину, вот я смотрю, например, там вот у некоторых комплектация эксклюзив, которая стоит 1 710 000, нам ее предлагают за 1 540 000, да, новую, 16 года, 1 540 000, она висит в цене 1 465 000 рублей. То есть с пробегом уже там 16-17 тысяч километров, непонятно. Но факт есть факт, на вторичке их хорошо покупают. Я думаю, эти машины, ну, наверное, там быстро заберут. У меня на этом все, мы заканчиваем. Больше мы разводить тягомотину, занимать эфирное время не будем. Вся информация ясна. В ближайшее время мы планируем снять Nissan Qashqai в максимальной комплектации 2014 года автомобиль. Пишите ваше мнение по машине, стоит ли вообще на нее тратить время. Но я думаю, стоит, потому что кошак, да, кошак в простонародье, машина относительно популярная. По городу их много, люди ими интересуются, поэтому уделить ему 15-20 минут, я думаю, можно. Тем более машина моего близкого. Он нам все про нее подскажет, расскажет. Ну, будет честный, объективный обзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте ваши вопросы, пишите ваше мнение по машинам, по скидкам. Рекомендуйте, что снять в следующем, куда сходить, кого потормошить. В общем, вся информация, как обычно, знаете, обсуждается в комментариях. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.